перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да какая нахуй ошибка? Ты чё, пизда, блядь? Я, короче, нажимаю тут тебе, где комментарий, у меня три точечки, блядь. Нажимаю, здесь написано выключить комментарий и включить запросы на участие в прямом эфире, блядь. Вот я нажимаю включить запросы на участие в прямом эфире. Нажимаю, ошибка пишет. Какая нахуй ошибка? Дура, блядь. Пизданутейшая, сука, инстаграмная, блядь. Так. Скрывать прямой эфир от Влада Пива, прикрепить комментарий. Чё, блядь, чё, прикрепление к комментарию. Ёб твою мать, какая пизданутая сеть. Это просто ужас, блядь. Конченый инстаграм, нахуй. Если бы не, блядь, голожопые бабы в инстаграме, вообще нахуй тут не сидел. Это же просто отвратительная, сука, сеть, блядь. Дебильная хуйня. Не знаю, чё, блядь, советуйте, ёбаный рот у вас... Чё, как мне отправить? Я не могу, пошёл отсюда нахуй, чмо с Оксимироном на аватарке. Блять, это не Оксимирон, нет. Дебил ебаный. Я не могу ничего отправить нахуй. Блять, ненавижу. Пошли, короче, в фифу, ебаный. Да нахуй ты мне машешь ладонью ебучей, блять. Пошли, блять, нахуй. Не знаю, короче, я вообще жрать хочу, типа, блядь, жрать нехуй, и я лежу и умираю, блядь, и спать не хочу. Не знаю, чем себя занять, блядь. Пиздец, блядь, какой-то. Блядь, вообще проклятие. Понимаете, в чем хуйня, блядь, я же с собакой живу, я не могу сейчас ебаться, блядь, где-нибудь пожрать поехать. Потому что, блядь, хуйня в том, что, блядь, он начнет гавкать, скулить, блядь, сосед-то вообще повесится, нахуй. Ну, такая хуйня, ебать. И пиздец, я вынужден мучиться, блядь. Ну, так сам ты, нахуй, напился, я, блядь, не пью вообще, ебаный рот, напился. Да, блядь, сижу тут, напиваюсь, блядь, целыми днями. Там этого бухла по холодильнику стоит, нихуя не пью, блядь, и еще этот шкаф ебаный, вон, пьем, приедет, пусть хуярит. Короче, блядь, инстаграм, он вообще конченая ебанина, вот серьезно, блядь, чисто такая рыгаловка, это что, это социальная сеть, что это за говно, приложение, блядь. Просто обоссанная, вообще нихуя ничего не работает, хуй пойми чё. Ну, залупа, блядь, конская. Чисто конская, я же говорю, если бы, блядь, не какие-то там тёлки, блядь, всё, тут можно было бы не сидеть, блядь. Понимаете? Ну, как бы, блядь, очевидно. И не комментарии у братишки, блядь. Это единственное, что радует глаз, блядь. Пиздец, короче. Пацаны, блядь, страда, Питер, блядь, поехали жрать, блядь, я жрать хочу, как сука. Этот ебучий Коломойский устроился на эту ебучую работу, блядь, все, пиздец, блядь. Нахуй, не с кем проводить время, блядь, да иди отсюда нахуй, чепуха ебаная, блядь. Надо вас попробовать нажать сверху. И что, у меня открываются зрители, ПМ, блядь. Я ничего не могу сделать. Я могу крестик нажать. Типа, и ПМ удалить нахуй. И все, блядь. Рэп-перископ с утра. Да, рэп-перископ вообще какой-то странный какой-то, блядь, канал. Я не понимаю. Ну, типа, блядь. Там очень много какой-то хуеты вот этой. Ну, типа, может, блядь, перископы эти залупные, блядь, эти трансляции. Я вообще с тобой попиздеть, блядь, захотел. То, что пацаны, как бы, похуй. А в основном эти, блядь, перископы, эти супер ответы на супер вопросы, блядь, такая ебанина. Я иногда, как сильно пьяный хуйней этой страдаю, но, блядь, ну это ебня вообще полная. Ну, вот. Короче, блядь, не знаю, кто-нибудь есть в Питере, кто не спит, блядь, поехали пожрем. Да, живой чат на ТСП, сейчас мне делать теху, печатать, блядь. Че мне, о, тихо, тёлка какая-то.
Стой, блядь. Да не, ладно. Забыли. А, это мне помахали, думаю, что за хуйня. Привет, нахуй. Вот, блядь, короче, хочу жрать и не могу поехать пожрать. Меня это пиздец убивает, блядь. Пизду жрать, это я... Какие нахуй дела, объясни мне, в 3 утра, вот серьезно, блядь, какие? Текст дописывать? А, блядь, да, точно, у тебя же, блядь, да, блядь, я думаю, что тебе делать не... Бля, гля, у меня бровка, нахуй, гля, седа, и снова седая бровь, гля, выдернул, нахуй, сейчас, блядь, подожди, пальчиками покажу, во, видишь, гля, и только ей доверяю я, знаешь, седая бровь, ты все мои тайны. Бровка как Браги. Блять, у Браги вообще не знаю. У него, в принципе, лицо несуразное. Причем тут его брови, блядь. Вообще не выкупил этого, блядь. Мега панчлайн от Микси. Вот. Это что? Это бровка. И даже и ты помочь не сможешь. Она, знаешь, она жесткая еще, блядь. И темнота. Это крючок, нахуй. Крючок, блядь. Крючок. Денира, хватит меня целовать в живот. Нас спалят в эфире, блядь. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов прострелить висок. Это охуенный эфир, блядь, пьемка. То дьявол тебя, то ты... Сегодня уже 7-е. Да, блядь, ты рыба ебучая, окунь. Сегодня 7-е, ты, блядь, ты, а, ты еще и 8, ты во сколько, блядь, прилетаешь, ты ж, ёпта, Де Ниро, блядь, ты чё, нахуй, с ума сошёл, напугал, блядь, это, ты утром же, да, вообще прилетаешь, типа, получается, 8-го, правильно ты прилетаешь, да, я уже похуй, уже 50 раз сказали, поебать, я удалю этот эфир, там, что ты думаешь, эти 10 шкалеров, блядь, на что-то повлияют, если бы, блядь, кто-то из них хотя бы... Блять, пожрать бы сейчас предложил, ему понял, что не из Питера, а так похуй. Ну да, я пиздатый, спасибо. Блять, заебись, что ты, блять, ну ты с утра, правда. Хотя пока ты там доберешься, ну это охуительно, блять. Это ты типа у меня нахуй столько дней будешь, ебать. Да? Типа прям долго. Хуя себе, блять. Что делать? Ну, блядь, только давай ты не будешь, как обычно, подыхать вот это, блядь, сидеть, блядь, дома. Три, ну, три, блядь. Три, нахуй. Причем, один, получается, нет, ну смотри, нахуй. 2 полновесных дня. Подожди, а, блядь, а ты сваливаешь в понедельник? Или когда? Или, блядь, или в понедельник же, по-моему, да? Денира, хватит там мыться, блядь, лапы свои лизать. Ну, короче, суть в том, что 2 дня-то вообще, блядь, типа таких, свободных, нахуй. Я, блядь, и говорю, не надо, блядь, перед батлом, не надо никого учить текст. Это все хуйня, но боком выходит всегда. Я против паровоза не учил перед батлом, по-моему. Перед самим. Да, я что-то последний день проебывал, с какой-то хуйней страдал. Вот. Я единственное, блядь, прикинь, когда, типа, на паровоза репетировал, блядь, я все зеркало в зале захаркал, блядь, пиздец, по-моему, себя отмывал, блядь. Вот. Будут трансляции, нищего хай поспел. Да мы... А, блядь, мы ж можем еще поэфирить, точно, я же забыл. Ну, можно, можно. Почему бы и нет? Может быть, блядь, еврей там нахуй... А чё все зависло? А, нет. Так это уже перед самим батлом, блядь. Это перед самим, блядь, за 10 минут до... Это когда Тирепс там позорился с Пашей Фоном. Это уже, блядь, что это, учил нахуй. Это уже не считается, блядь. Ну вот. Я говорю, этот... Че, хотел сказать, может, Оксимирон, блядь, соизволит задонатить, блядь. Братишка Смоки, блядь, в отличие от вашего, блядь, этого ментора, блядь, делает красиво, блядь. Я не знаю, ваш ментор сегодня мне, кстати, написал, блядь, там, ну, неважно, вот. Но, блядь, я ему говорю, будешь донатить? Он говорит, не буду, пиздец меня расстраивает. Куда Коломойский устроил? Он даже мне не говорит, блядь, это человек, блядь, ну, как мне кажется, он из спецслужб.
Ну, серьезно, блядь. Ну, я таких людей никогда не встречал. Просто, блядь, спецагент. Что вообще пишет? Что смотрит? Батлер был. Говорит, очень нравится. Будешь ли ты дальше смотреть ФБ? Ну да, ну, как бы. Единственное, меня вот что, блядь, немножко это припаривает. Мне, короче, вот, типа, блядь, вот это около батлова их движуха как-то веселее смотрит. Я, короче, больше всего, чтобы вы понимали, я жду, блядь, встречу команды со Смоки Мо. Вот, блядь, больше всего жду. Даже больше, чем встречу Оксимирона со своей командой, потому что там пафос, я начну опять злиться. Не мое это. А вот, блядь, со Смоки Мо я очень жду встречу команды. Это самое, блядь, главное, что я жду от этих вирусов. Все остальное плохо. Ну, что-то батлы мне. Я сегодня включил, блядь, Бови со Смешариком буквально, блядь, ну минуту, наверное, я от батла посмотрел. У Смешарика секунд 20. Флипу посмотрел отдельно. Ну, где-то там увидел, блядь. И нахуй этот. И у Бови что-то кусок третьего раунда, потому что мне интересно было, кто победил. Говорили, что Бови, типа, лучше сделал. Ну, короче, перед судейством, может, там, да, я так не промотал чуть-чуть до судейства, там, минуту буквально. Вот. И суть в том, что, типа, хуй знает, мне, может, я, конечно, блядь, я один там такой, мне как-то не особо интересно, но они, типа, выходят, у меня нет, короче, кого. Может, потому что это не на вылет, я не знаю. Может, потому что очень много всего напихали. Короче, блядь, я жду прям вот встречи с Моки Мо с командой. А остальное, ну, как-то. Если там еще рофлов, блядь, не будет, это вообще как-то для меня страшно. Ну, либо очень крутых батлов, действительно. Я буду рад крутые посмотреть. Вот. Потому что вы же понимаете, что для меня контент делится на два типа. Либо крутой, либо ебанутый. Мне третье, мне не интересно полуфабрикаты ебучие. Понимаете? Вот. Данилка спит. Знаете, какой? Я вам там, блядь, не вижу, не видно. Вот. Рад тебя видеть. Спасибо. А чё, а где этот? А нет, здесь. Демиург. Руся будет на ней день. Нет. Ни в коем случае. Блять, чё мне вот это. Прикиньте, блять, у меня какая-то вот эта хуйня. Прищ ебаный. Ну или не прищ, я не знаю, что это, ебать его в сраку. Это хуятина, блять, лет 5 уже, блять. Ну не 5, ну 3 точно нахуй. Типа, блядь, как будто я влюбился в кого-то, и эта хуйня не перестает. Причем это, ну, типа, и с этой хуйней ничего не сделать. Это какая-то, блядь, как у Де Ниро, нахуй, у Роберта, блядь, вот тут где-то, а у меня вот тут. И я не могу понять, что это за залупень, блядь. Знаете, как говорят, типа, что ты влюбился, блядь. Так в смысле выдави, блядь, 3 года? Ты думаешь, что я за 3 года, блядь, не мог бы выдавить, блядь? Я же не выдавливаемая, блядь, как какая-то полуродинка, нахуй. Выдави, блядь. Что там выдавить? Если я, блядь, нас Дрю так могу выдавить, нахуй. Пиздец. Афиша на вторую встречу не скоро. Да завтра, ебать, что мы вам. Все афиши сразу выложим, блядь. Делать там нехуй. У Хайда первый батл. А ты слышал, что Хайд умер? Нет, я Райтрауму сегодня говорил. Хайд умер. Вот. Причем чистая правда. Мне, кстати, не так давно, блядь, вчера или позавчера, короче, ну, у меня была подруга, ну, просто подруга, да, в смысле, блядь, я с ней общался там какое-то время, и, короче, блядь, пару лет как не общался, поняли? Вот, и типа, блядь, ну, как-то просто, знаете, вот как с людьми связь как-то теряешь и все. И что-то я, короче, ну, смотрю, у нее страница ВКонтакте удалена. И я, короче, что-то как-то, блядь, в общем, я попал на страницу ее подруги. Я пишу, типа, привет. Это сейчас, ну, это на самом деле, блядь, не смешно. Я уж такой, типа, подохуел. Говорю, привет, типа, где она вообще там, соцсети ее какая-нибудь. Ну, типа, блядь, просто как-то без задней мысли. А она нахуй умерла, блядь. И в 17-м году, блядь. Пиздец, блядь, прикинь. Так что, блядь, это про Хайда, это такое все, конечно. Две стороны у этой медали, блядь. Хайд будет жив, пока каждый в Хогвартсе будет помнить его. Сука. Но я-то, блядь, я посмотри на меня.
Я чистый Годрик Гриффиндор, нахуй. Ну, вот. Как бы, блядь, как есть, нахуй. Храбрый, блядь. Ребл. Как? Реболовец? Ребеловец? Как правильно-то? А как, типа, не, ребл, это, типа, это бунт, правильно? А бунтарь как? Ребелт, наверное, как-то так. Чё ты, блядь, смеешься, серьезно? Я не шучу, кстати, это, я не из-за фигуры. Я, кстати, сейчас читаю эту, блядь. Смотри, нахуй. Блядь, не знаю, видно, не знаю. Скандинавские, нахуй, мифы и легенды, блядь. Понял, взял, читаю, блядь. Ну вот, так что, блядь, я этот. Я Один, нахуй. Понимаешь? Я Один, блядь. А ты этот, нахуй. Тор Рагнарёк, блядь. Как его там зовут? Сука. Люк. Ой, блядь. Хорошо было. Люка, блядь. Люка ж чистый скандинав. Локи, блядь. Сука, Эльлоки. Как ты, блядь, не догадался панч-то придумать про Эльлоки, блядь? Ёбаный рот. Ля, блядь, только сейчас дошло. Эльлоки, нахуй. Это пизда-то, блядь. Пьем хак. Нет, пьем не хак. Пьем этот, блядь. Как, блядь, я даже... Мимир, нахуй, какой-нибудь. Сука. Блядь. Ну, не, Мимир умный был, блядь. Это не подходит. Умный так текст не забывает позорно. Блядь. Пьем, даже не знаю. Пьем, будешь Фрея, блядь. Богиня красоты, нахуй. Забыл смерти. Не, ну то, что Хайд, как бы, блядь, погиб, друзья. Он попал в Вальгаллу. Он погиб смертью храброго. Вот. На самом деле, блядь, я даже не представляю, если он реально приедет судить Версус, как я ху... Я даже не знаю, как к нему подходить-то, блядь. Во-первых, я охуею от осознания того, что он живой. Ну, типа, существует, блядь. Я реально охуею просто с этого. Во-вторых, блядь, я не знаю, как без ножа к нему подходить. Потому что я не представляю его реакцию, но если он меня увидит. Вот. Короче, это что-то страшное такое, блядь. Возвращение короля, нахуй. Короче, поэтому, блядь. Бля, Пемка, побудь со мной в эфире, не уходи, блядь. В рот ебать, блядь. Кто там твой, нахуй, соперник? Забыл, блядь. А, этот, Планктон, в рот его ебать, блядь. Посиди, блядь, давай пообщаемся. 100 лет не общались. Либо я сейчас закончу трансляцию, тебе позвоню, блядь. Так тебя забанят. А потом Сашок скажет, что не помнит этого, блядь. А у второго биполярка, блядь. Купи ему ящик водки. У меня, кстати, блядь, дома бутылки 3 водки стоит. Все время что-то я, блядь, беру и не пью, нахуй. Ну, так что такая хуйня. Не, ну, блядь, Белагай, конечно, я представляю, в чем он будет, наверное, блядь, в костюме. В желтых носках почему-то он мне представляется. Такой чудак, блядь. Вот, буду стоять, я его увижу, я охуею, блядь. Пиздец. Для меня вообще все вокруг перестанут существовать в этот момент. Мне кажется. What is love? Да я не страдал как-то отчаяние. Мне как-то... Он будет в черно-синей кофте. Старик у моря, блядь. Сука. Бля, Владик, мы же созвонимся, 100 лет не пиздели с тобой, блядь. Небо народ. Помнишь наши былые времена, когда мы, блядь, все хуесосили по телефону, блядь, с тобой, когда не было зрителей у нас, кому нахуй никому с тобой были не нужны. Когда я снимал, блядь, этот нищий хайп, блядь, на телефончик, блядь. Ну. Может, блядь, созвон. Пизду там это все, блядь. Сейчас там еще мы мега популярные, блядь. На хайпе, нахуй. Наверное, Белти Рэп сегодня звал. Звал он, блядь. Заморыш, блядь. Сука, сидит своим. Я не знаю, что с ним случилось, наркотик. Ты же понимаешь, что хайп еще никогда так не был близко к стриму.
Ну, на самом деле, я его, наверное, начну снимать на телефон. Ну, я, по крайней мере, ему скажу, хай, ну, заебал, блядь. Сука, ну, хоть на 10 секунд, блядь. Эту, бумеранг, хоть. Да мы пробовали подключиться, не получается, блядь. Мы хотели, блядь. What is love? And you feel it now to why? What is love? I don't feel it. Влад, блядь, кто больше всех тебе нравится из твоей команды, блядь? Скажи мне, кого мне меньше всех хуесосить? А то, блядь, может там... Нам, понимаешь, в чем суть? Нам же нужно хотя бы одного еще союзника из твоей команды. Чтобы, блядь, чтобы мы победили, нахуй. Всех. Был такой, да. Там, блядь, артист был, ПП. Были годы, блядь. Влад тоже помнит артиста. Блядь, какое пизданутое состояние, типа, хочется жрать, и от этого, ну, типа, я хочу спать, но я не усну, блядь, и я не знаю, что мне делать. Это, блядь, это такая залупная хуйня. Спасибо, спасибо, мы стараемся. Ну вот куда идет ваша баблишка, пацаны. Сложно выбрать одного. Да, ну, блядь, что там сложного? Кто там у тебя, блядь? Династ не подходит, потому что, блядь, с трущобы он потом сопьется, блядь, и будет работать официантом в Питере. Кто, блядь, еще у тебя, нахуй, в команде? Макофе. Ну, блядь, я бы не доверял ни русским. Вот. Если мы хотим разъебать, то Династ... Нет, нет, Династ отпадает. Макофе тоже отпадает. Кто, блядь, еще у тебя там? Летай. Все ясно было с первого же раунда, блядь, понимаешь? Просто так проебаться. Потом этот, блядь, Микси, да? Ну, не знаю. Опасно его брать в свою команду. Ну вот. Ну, как-то его подговаривать. Он слишком предан Оксимирону, блядь. Понимаешь? Он, блядь, за Оксимирона там все тюремные загадки за него разгадает. Кто еще? Макофе. Ну и вот, получается, этот тогда, блядь. Завербуем Венцеслава этого, блядь, вашего. У вас, получается, команда Микси. Надо Микси, блядь. Ну, фея Микси тогда придумаем. Надо же всем прозвища, чтобы были. Потом Круассан, Макофе, этот Венцеслав. И, блядь, Династа еще не придумал. Нахуй. Ну и ладно, у Династа еще есть время, блядь. Ну вот. Короче. Ну вот, блядь, мне кажется, Венцеслава надо. Ну, был, во-первых, блядь, как ты знаешь, не особо будет сложно. Ты мой батл на видео досмотрел. Нет, я жду эфир, блядь. Ну, не знаю, что-то мне подсказывает. Я вспоминаю так моменты. Я помню момент с Димастой хороший. Помню несколько неплохих панчей. Но помню, что помимо сбивок, блядь, забываний. Ну, такое, типа, я хуй знает. Либо все так дрочат на вот этот твой батл. Ну, блядь, я помню его вживую. Но это не лучше твой батл, нихуя. Вот. Далеко причем. В плане текста. Вот. Там были хорошие моменты, были такие средние. Ну, типа, блядь, понятно, что очень сильно повлияло, что забыл в первом раунде, да, и там же ты кусок забыл, получается. Вот. И, блядь. А, и, блядь, 11-й ты это, конфетка, точно, блядь. Да не, Влад, на самом деле притапливаю чуть-чуть серьезно. Вот. Ну, я не могу сказать, что он очень хороший. Там много вещей таких. Ну, типа, на Бове мне гораздо больше нравится, честно. Вот. Я как бы, я-то как кореш твой, естественно, рад, что ты победил, блядь, разумеется. Но я ж просто с позиции ведущего не могу так, да, чересчур там притапливать. Ты же не на РБЛ батрил. Ну, вот. Ну, как бы, как-то вот так. То есть, блядь, там были хорошие несколько, прям очень хороших моментов. Но в целом, блядь, он какой-то такой. В третьем раунде тоже там про Карасу были, вроде, моменты прикольные. Короче... Владька, да я знаю, что, блядь, я просто, я тебя очень прошу, в следующем своем батле, блядь,
Хотя что тут уже осталось, что я выебусь. Но тем не менее, блядь, я надеюсь, ты не пожалеешь. И надеюсь, что очень, три заветные буквы будут очень много раз упомянуты. Ты же понимаешь, что это была наша основная цель захвата власти. Вот. Да, сидит гений. Учить текст, если ты его сам пишешь, его учить не надо. Давай, напиши текст, потом мне расскажи наизусть. Я на тебя посмотрю, блядь. Слово в слово, буква в букву, блядь. Охуеешь, ебать. Так что, блядь, не, я даже не знаю, за кого я там вообще. Блядь, на самом деле, я что-то так хочу на Версус, блядь. Ну, вот в смысле, сходить, блядь. Вот так как-то встреча, когда у нас в один день было мероприятие. Ну, как-то мне так поебать было. А и в этот раз, то ли я, потому что, блядь, уже посмотрел ваши встречи с менторами, блядь, там. Надо эту шапку тигра ебучего не забыть, блядь. Да, Эрбиер, блядь, ага. И, короче, ну, что-то вот мне, короче, хочется прийти там потусить, побухать, поугарать, типа, похуй на батл, короче, просто всех повидать-то, блядь. Ну, такая хуйня. Да я помню, блядь, это тоже понимаю. Да ничего, главное, пришел на РБЛ, посмотрел пиздатый батл, отсудил, как бы. Че париться-то, блядь. Ну, так что, такие дела. А так, на самом деле, что я могу сказать, блядь. Подожди, а Загудалин в этот раз тоже прилетает или нет? По-моему, он говорил, что прилетает, блядь. Если не ошибаюсь. Ну они ж, блядь, вот эти екатеринбуржцы, они меня на самом деле пиздец какой маражит вот этой хуйней. Вот они прилетали тогда, помнишь, блядь, хуй кто что, блядь, сказал. Такие, блядь, какие-то они. Вообще, ну типа вот прикинь, вот мы тут с тобой, да, встретимся, блядь, эти там будут где-то там в своих кругах тусить, блядь, они такие на самом деле, хуй знает, ушлые, блядь, вот эти уральские, блядь, пельмени нахуй, такие, блядь, немного мяса-то протухшее, блядь, понимаешь? Если они, я серьезно говорю, если они в этот раз не позовут нас гулять, я вообще просто, блядь, их и нахуй обоссу, блядь, в эфирах, блядь. Ну, блядь, непорядочная хуйня какая-то. Не обязаны нас позвать, блядь, гулять нахуй. Блядь, там, бухать и веселиться, блядь. Если такого не будет, я поздравляю Огила с первой официальной победой, блядь, сразу. Потому что право вето, блядь, никто не отменял. Вот и все. Вот. Так что, блядь, это им надо, скиньте им, не знаю, блядь. Трансляшку, блядь, кто там? Рэп-перископ, вот у вас появилось, нахуй. Наконец-то, блядь, можете пользу какую-то принести рэпу, блядь. Летай, реально, куртец спиздил. Да он не просто спиздил, понимаешь? Даже не спиздить. Спиздить это когда ты кассу пошел, взял там, да, блядь, ага. Он именно ее скрысил, понимаешь? Потому что куртка приглянулась изначально Оксу. Понимаешь, она ему по размеру-то как раз, ну, видно, такая замухрышная, блядь, маленькая. По размеру только Оксу, да, блядь, летаю, нахуй. На нас там она, на Микса, на меня и на Владу, она не налезет. Это курточка, как с куколки снята, блядь. Что это вообще? На детской площадке найдено, блядь. Это ребенок какой-то, блядь, оставил. Ну, и, блядь, ну не уходи, заебал. Ну, пух, ну что ты, блядь, уходить ему надо? Хули тебе там делать сейчас этот текст ебаный повторять? Нахуй нужен, блядь? Ты видел своего соперника, блядь. Мы его просто, блядь, с входа снимем и все, блядь. Если выиграть надумает. Ну, блядь, ну уходи, блядь. Че, блядь, тут? Серьезно. Мне же еще, представляешь, мне один день еще без тебя жить, блядь. Бля, на самом деле, надо хоть завтра дела поделать, что, блядь, тебе как-то не подготовлен, что все уже скоро так прилетают, блядь. Ну, кто его соперник, блядь? Этот, нахуй. МакКофи, блядь. И будь. Не, МакКофи хороший. МакКофи видно, что добрый. Они потому что, ну, как бы, у цыгане у них же как? У них, типа, бабы ходят, блядь, милостыню просят, там гадают, блядь, детей этих таскают в тряпках. А мужики, они бароны. Он такой, он добрый барон, он вырос. Ну, типа, он чувствует свое превосходство, типа, блядь, как сказать, такое, типа, ну, блядь, ну, кое как, миллионер с трущоб, блядь, понимаете? Вот, блядь, МакКофи очень позитивный. МакКофи мне нравится.
хороший. Типа как батл рэпер, он полное говно, но, блядь, как чувак, он клевый. Вот. Просто такие хуйни. Он не барон, он барак. Да. Артак, блядь. А ты узнал, кто он по национальности, это, блядь? Появилась информация? Понять-то надо, блядь. Я его встречу обязательно спрошу, ну, блядь. Мне просто самому интересно, я все время гадаю, блядь. Да не раз, сука, не надо это делать. Кто он по нации там, а кофе, блядь? Бразилец, нахуй. Хоть и не вот. Он, кстати, он же, он, знаешь, на кого он похож еще, Маккофе? У него второе имя будет Робиньо, нахуй. Он на Робиньо ебучего похож, блядь. Такой же рано завершит карьеру, блядь. Нормально. Сука. Узнаю по время чемпионата мира. Так Украина не попал. Если захочешь побатлить на бой, кто будет стоять на моем месте? Я не захочу побатлить на бой. Ну вот. Комедиан жив, кстати, вообще. Кстати, да, жив. Вообще. Да какого нахуй кака, блядь? Что ты хуйню несешь? Чистую Робиньо, блядь. Маккофе, нахуй. Блядь. Помните эту рекламу пизданутую? Вот это, блядь, бразильский кафе Пеле, блядь, обоссанный. Это не кофе, так это пыль с бразильских дорог, блядь, собранная в банку, нахуй. Это, и сидит этот, блядь, престарелый, блядь, футболист, нахуй. Моё кофе пили, блядь, очень пиздатое кофе, блядь. Такой же талант, нахуй, в плане, блядь, умения выражать свои мысли, блядь, как и Маккофе наш, блядь. Такой же, блядь. А чё, летай, ПМ, летай тебя, братишка, чё? Мне говорят, я не смотрел его трансляцию, блядь, но мне говорят, он очень культурный. Парень такой очень добрый, очень нежный. И, ну, ты понимаешь, о чем я. Вот. Я с ним просто здоровался один раз, я его как человека не успел же узнать. А на батле он как-то, очень многие мне люди писали, что он как-то такой, знаешь, типа, ну, как сказать, такой какой-то, он, блядь, с подвохом, нахуй. Ну. Он что, там, сдох, что ли, блядь? Не, здесь. Но он интеллигентный пацан, да. Блять, вот эти интеллигенты, на самом деле, это, знаешь, это такое. Это как вот в тихом умуте черти водятся, блядь. Вот серьезно. Я типа не говорю, что он такой, но очень часто вот эти интеллигенты у них рыться, блядь, в пушку. Вот попомни мои слова, блядь. Это такой, как сказать. Если, знаешь, если у вас на проекте у вас останется двое, останется одна роза, блядь. Ну, в каком-то этапе, да, вашего проекта, одна роза, блядь, останется, и вас двое, блядь. Он пойдет на все, чтобы ее получить. Я уверен, блядь. Поэтому осторожнее. Он такой сначала. Всем привет. Как его зовут, я не знаю. Даниэль, блядь, вспомнил, нахуй. Флэшбэкнул у меня. Даниэль такой. Всем привет, меня зовут Даниэль. Я круассан. Все хорошо, я очень интеллигентный. Рассчитываю на вас. Я смотрю эфиры Антона Забе, да, а сам в голове думает, ненавижу ему, блядь, сука, этого, блядь, бородатого, нахуй, чтоб он сдох, тварь. Но на камеру я всех люблю, всех люблю. А потом настанет момент, блядь, когда он предаст его. Имею в виду, блядь, это, блядь, ну, важно, блядь, об этом помнить. Ну. У меня клетает какое-то отторжение, непонятно. Вот именно, блядь, потому что чувствуете. Чувствуете, да, блядь, чувствуете. Я, не дай бог, Влад, он тебе, блядь, предаст. Я сразу говорю, блядь. Микси-то понятно, что... Понимаешь, Микси, блядь, у него какая иерархия идет? Оксимирон, мы с тобой, ну и так далее. То есть Микси преданнее, чем нам, только Оксимирону, блядь. Поэтому, ну, тут все очевидно, Микс так не поступит, блядь. Только если Оксимирон ему скажет нас предать уже, как бы. Ну, такая хуйня. А, блядь, этот Венцеслав, он нихуя не понимает. Маккофе, ему какая разница, он в свой там, блядь, этот цыганский замок потом упиздит. Конфета волгоградская тоже как-то, что ему париться-то, блядь. Вот. Ну, он такой, типа, видно, что не пойдет на какой-то конфликт. Ну, вот.
У меня, походу, эфир нахуй завис. Напишите что-нибудь в комментариях. А, не, нихуя. Вот. И, короче... И кто там остается-то, блядь? Ну вот летай, блядь, тот, кто может предать. Макофи, как человек из мультика Эльдорадо, я не смотрел. Мультик Эльдорадо, по-моему. Вот. Да не, Макофи клевый. Ну, типа, в нем что-то есть. Он еще когда подстригся, он когда был не подстрижен, он такой, ну, совсем, блядь, какой-то нахуй. Шалтай-болтай, блядь. Ну, как это, игрушки с этими волосиками ебучими, блядь, продавались, не помню, нахуй. Из какой-то серии, блядь, игрушек. Но суть не в этом. Ну, такой, типа. Вообще, знаешь, на кого похож Макофи? Вот если Макофи постареет и отхуярит себе усы, блядь, то он будет похож на эту картошку из истории игрушек, блядь. Вот лет в 40 это чистый Маккофи будет. Вот. Маккофи, да, Маккофи. Короче, вот из них из всех, блядь, предать может летай. Серьезно. Микс, он чистый воин, блядь. Он такой, блядь. Как фея с трезубцем в небо, блядь. Такой, нахуй. Орулье, блядь. Вот. Венцеслав, ну, он еще такой. Он вечно молодой, вечно пьяный, все заебись. Маккофи, понятно. Конфета, понятно. Вот, верю, только круассан остался. Вот. Видишь, как, блядь, психология, пацаны, учитесь. Конфета, я смотрите, по династу, по конфете, блядь, что могу сказать. Он как бы, он не глупый, он годов уже там под 40 лет, блядь. Но просто он понимает, что он в этой, если он пойдет на какое-то предательство, открытый конфликт, он не выживет в этой игре, блядь. Ну, типа, он же не дурак, да, дело же не в том, там, он, дело не в слабый, сильный, а дело в том, что наше влияние очень велико. Мое, Влада, не знаю, в конце концов, мы можем Окса споить. Вот, он вообще его выгонит нахуй из команды. Поэтому он не дурак в этом плане, он не пойдет на это. Ну, и он, наверное, без говна такой, я так думаю. Вот. Так что так, это психология, пацаны. Это забудьте Суньзы, Лао-цзы, блядь. Можете сразу забывать. Это вам... Это вот, блядь... Вот тут, нахуй. Синкибаует, нахуй. Ну, Микси можно настрелить. Микси вообще, блядь, он за нас и в огонь, и в воду. Я убежден в этом, блядь. Он мне так на кухне и сказал, когда ставил чайник завариваться для доширака Оксимироновского. Огонь, вода, говорит. Я говорю, ну да. Вот. ПМ больше не забудет текст. А даже если забудет, какая разница, он все равно победит. Вообще не похуй или, блядь. Мне вот, знаете, я стоял, переживал, что-то переживал, потом думаю, да в рот его наебать, все равно выиграл. Какая разница, блядь? Какая разница? Ну да, Enrage, ну, типа, не вызывает у меня каких-то негативных эмоций. Ну что? А я, в принципе, их всех презираю, кроме, блядь, Пьема и отчасти Олега с дедом, блядь. Все. Все. Остальные для меня не существуют в рамках, я имею в виду, вот этих трех людей. Ну, хотя, ладно, кому я пизжу только в рамках Пьема, блядь. Вот. Типа, Владька, да. Ну, просто Владька, понимаете, в чем суть? Если Владька мне как-то предаст, вот это будет, блядь, такой, нахуй, God of War, блядь, что вы охуеете. Владька знает, что, блядь, что... Последнее дело такого человека, как я, предать, ну, там, не знаю, как-то отказать, ну вот, понимаете, о чем я говорю. Вот. Я-то за него, блядь, горой. Че я там на стримах объективно, понятно, да, это все, что там и для меня такое было. Его... Но в целом, блядь, я за Владьку, блядь, съем их нахуй там всех, блядь, с потрохами. То хоть и не кажется, что дед может быть скрыт фаритом. Нет. Дело как ушел. Не ушел, здесь написано, блядь, куда он ушел. Дед. Че дед-то, блядь? Че дед-то? Какой он, блядь, фаворит, когда есть Владка? Какой? Ну да, мы уважаем его. Ну да, он старый уже. Ну, естественно, блядь, ну как бы. Он добрый, он поздний. Ну, он такой. Такой нахуй, как Тутанхамон, блядь, вот этот, как его был, блядь, которого там запеленали, нахуй. Такой он лежит в этой, блядь, пирамиде в своей, там, что-то пышмымской, блядь.
ручками машет, колбасится. Ну и хорошо, блядь, но просто, ну, типа, ну, как можно говорить, блядь, понимаете, не может быть прошлое будущим, блядь, не может быть, ну, поэтому деда любим, но, да, я думаю, дед и сам все понимает, зачем оно ему, блядь, дед что туда пошел, чтобы на старости лет баб поебать, которые перепадут с хайпа. Все, деда других целей нет. Ну, бабло дадут там как раз на похороны, блядь. Дед, прости. Ну и все, блядь. Че ему еще надо-то? Но дед очень, очень позитивный, очень добрый чувак, на самом деле. Вот. Как вы любите за Славкой повторять? Вы думаете, что это... Эти слова мне хайп дают. Кто, по-твоему, может быть конкурентоспособным в рамках ПМа? Где? Да нет, блядь, я считаю, что если ты идешь на батл и думаешь о проебе, то, чувак, тебе нехуй делать на батл. Любой может быть конкретно способен, блядь, ПМу, кому угодно. Тут вопрос подхода каждого участника, блядь, конкретно. Вот. Понимаете? Его бы Ian Rage мог вынести, если бы он подготовился по-другому, блядь. Тут уже ж разговор в том, как они идут и с какими мыслями на эти мероприятия, блядь. Вот. Нет, Станиславом не общаюсь. Ёбни, анализ по Майлзу. А что по Майлзу? Майлз маленький еще, но старается держаться в взрослом. Вот. Это здорово. Это лучше, чем типа быть таким, как сказать, распиздяйным пиздюком, который типа такой, а, мне похуй ебус. Ну, типа как, не знаю, как сын проститутки себя вел, понимаете? Вот. Рэп-ньюс тебе пишет. Ты чё, чувак, даже не вздумай, блядь. Ты вообще в курсе о их зашкварах, блядь? Просто пошли их нахуй. Да, блядь, вообще кончелыжная хуйня. Ты чё, блядь, о чём ты? Это, блядь, я не знаю даже с кем стрёмней, блядь, сотрудничать в русском рэпе, чем не с Рэп Ньюс, нахуй. Да, блядь, они и так будут постить Версус, ну логично, типа, нахуй на тебя вообще, они тебя всрались, блядь, о чем ты, блядь. Дело даже не в том, что будут постить нибудь что за бред, блядь, просто с войсками, блядь, этими ебучими связываться, я их обоссал нахуй прилюдно, блядь. На чем ты это, блядь, конченые вообще мракобесы, блядь. Да нахуй они тебя всрались, конечно, блядь. Они ебанутые, блядь. Они нахуй. Жди, они завтра про тебя запостят, блядь, какую-нибудь информацию нахуй. Вообще, блядь, из пизды взятую, блядь, из комментариев он почитают, блядь. Статью нахуярят. Идиоты ебаные, блядь. Я просто, я именно в тот момент, как бы, не с содержания, а с того, что эти долбоебы, блядь, вообще запостили это, блядь. Просто, блядь, какие-то ебнутые, я не знаю, что. Не знаю, кто там в этом причастен был, но тот, кто был причастен, ебабо, блядь. Полнейшее. Поэтому какие нахуй, блядь? И выходит у них видос про ФБ, в котором они называют меня уставшим и не заинтересованным. А, типа, это ты мне расскажешь, я думал, тебе прямо сейчас написали. И выходит у них видос про ФБ, в котором... Да, блядь, как можно вообще смотреть их обоссанную аналитику, блядь? Ну как, блядь, на что ты ориентируешься? Кто они вообще нахуй такие, блядь? Ну кто они, блядь? Только минусы назвали, типа, вот текст забыл, заявка, говно. Так, блядь, я же тебе говорю, ну кто они такие? Ну кто они в нашем банном мире такие, нахуй? Рэп Ньюс, кто они, блядь? Мои эфиры имеют, блядь, гораздо больше, блядь, аргументов и влияния, блядь, чем их обоссанный Рэп Ньюс. Ну кто они, блядь, с какого хуя они вообще дают свои оценки? Кто они, блядь? Они чё, ебать, тут не знаю... Они знают какие-то наши, блядь, дела батловые, блядь, организаторские, блядь, участников конкретно, блядь, знают, как это происходит, нихуя не знают. Просто нихуя не знающие, блядь. Это, эти, блядь, это, понимаешь, вот есть, не знаю, блядь, какие-то СМИ, да, к примеру, в которых есть надежные источники, проверенная информация, которые варятся в этом кругу каком-то, да, о чем они вещают. А есть просто ебанаты, которые там берут информацию с интернета, условно, да, там, блядь, как-то ее там обобщенно переворачивают, свои, блядь, обоссанные мнения пиздят, и все. Вот, типа, ну и хули толк от таких СМИ, это же просто полная хуйня, они не могут вообще даже
хоть какой-то свет на картину пролить, потому что они, блядь, нихуя в этом не знают, блядь. Ну. Поэтому, блядь, да что забавно, это очевидная хуйня, Влад. Просто надо понимать, что, блядь, кончилось то время, когда какие-нибудь рэп-ньюс или рифмы и панчи, блядь, вообще что-то решали. Для меня это давно закончилось, вообще на них похуй. Типа я раньше такой начинал проект, думаю, о, блядь, заебись, если бы какие-нибудь там рифмы и панчи, пости. Какая в пизду разница, блядь? Вообще на них поебать, на все эти паблики, блядь, мне еще похуй. Есть просто адекватные, есть неадекватные. Вот и все, блядь. Вот неадекватные нахуй они всрались, блядь. Видел, кстати, что за фол начали РБЛ пост. Я видел абсолютно на них так же поебать, как и на все остальные ресурсы. Вообще мне похуй. Потому что я не знаю, что они мне могут... Вот мне и зрителю они могут дать, понимаете? Понимаете, в чем их проблема, блядь? Их проблема в том, что я... Со своими, блядь, ебучими эфирами, блядь, которые я сейчас даже редко запускаю, могу зрителю дать, и то я не даю, блядь, потому что по понятным причинам, да, я не буду вот прям, блядь, рассказывать вам все от и до, вот. Но чё они дают нахуй людям? Да нихуя, блядь. The Flow хороший ресурс. Влад, они из батла Птахи и Гуфа, блядь, цитаты нахуй до выхода батла, блядь, постили. Хороший ресурс, долбоёбы, блядь. Понимаешь? Просто, блядь, я не понимаю, что мне эти все СМИ и паблики могут дать. Но по факту, да, сейчас уже сами MC проекты являются пабликами. Вот я о том же и говорю. И просто я, допустим, делаю какой-нибудь обзор, к примеру, да, говорю, конечно, про себя тут такой, блядь, но тем не менее. Я могу, я знаю, как это изнутри, как это было, бла-бла-бла. Не просто подходил, господи, скажите нахуй. Ну, типа, вопрос-то не в этом, я всегда как-то общался, поэтому, блядь, наверное, мог что-то какую-то мысль прокинуть. Вот. Дело не только во мне, наверное, есть и другие, я просто не особо знаю. Такая хуйня. Поэтому, блядь, все эти новостные ресурсы, вообще срать на них нахуй, эти новостные ресурсы, блядь. Рэп-ньюс, блядь. Какие вообще, вообще, я не знаю, рэп-ньюс реально смотрит кто-то? Ну, типа, это же, блядь, наверное, по привычке какие-нибудь ебанаты из 2009-го хуярят в этот рэп-ньюс, блядь. Кому они нахуй нужны сейчас? Даже не знаю, кто вообще ссылается сейчас на рэп-ньюс? Я вообще не знаю. Я могу понять, там, не знаю, как на РИП еще ссылаются, они стали якобы там самым, там, они, новый рэп, новый рэп для таких вот подъездных, блядь, рэперов. Ян Янов присоединяется, ёпта, здорово, блядь, были. Чуть не спим. Владька, тут друг твой пришел, все под контролем, слышишь, блядь, пемка. Блядь, только мы, блядь, заговорили. А я и говорю, блядь, говорю, она нахуй, нахуй, говорю, ты пошел к коксу, блядь. Ну шел бы к смоке, блядь. Хип-хоп-ру, блядь. Вот, блядь, да. Вот хип-хоп-ру, правильно. Да не, ну на самом деле, блядь, эти информационные, блядь, СМИ в русском рэпе такая поебень, что я охуеваю, блядь. Серьезно. Ну вот, блядь, я правильно сказал, что рэп-ньюс официально существует. СМИ в русском рэпе вообще, я мало знаю нормальных, действительно, СМИ каких-то интересных. Блядь, крайне, я даже так вспомнить не могу, кроме своих эфиров, разумеется. Я блогеров этих, ой, блогеров, блядь, стримеров этих смотреть не могу, они такие, сука, нудные, что пиздец, блядь. Верс, слушай, батл, как его так вот забанить, блядь, сука. Да, лучшая, блядь. Приедешь мне, послезавтра расскажешь, блядь. Лучшая, блядь. Да ПМ давно предал, блядь. Вы думаете, я что, блядь? Только сейчас об этом узнал. ПМ наш боец, посмотри. Да забирайте, у нас таких бойцов пачками, блядь, ёбаный рот, блядь. Пожалуйста, блядь, не благодари. Помнишь, я тебе подарок обещал, блядь, когда я тебе значок дарил баскетбольный? Вон, блядь, в придачу, нахуй. Пожалуйста, блядь. Тебе можете на кроссовер поставить, блядь. Со словом СПБ, блядь. Чтоб результаты слили потом. Посмотри на них, блядь. Да, блядь. Пьем ваш боец, блядь. Сейчас я понарассказываю тут историю вас, блядь. Завтра все ваши войны стилей закроются, и, блядь. Я ментора вашего сейчас с потрохами сдам, блядь, вместе с пьемом, блядь. Срочно Сеймура, наверное, был. Сеймур и так наш братишка.
Ой, блядь. А чё, вы только закончили работать, что ли, Ян? Сегодня какой день недели вообще, блядь? Чё происходит, нахуй? Бля, кстати, чё я не догадался, надо было в семнашку сегодня поехать. Ебать, я ёбнутый, я хотел, блядь, пожрать. Надо было, блядь, в пиццу туда поехать и пиво попить. Но похуй. Ладно. Чё-то я, блядь, Яна только увидел, только вдуплил. Владька, а чё ты там спрятался, блядь, после своей фразы, блядь? Обосранный, блядь. Уже четверг. Ну, тем более. Блядь, четверг, нахуй. Чё у меня там по четвергам, блядь? Автоп. Так нахуя мне бриться, блядь? Я похож на Кратоса, блядь. Нахуя мне бриться? Не, ну башку я побрею, блядь. Когда к вам там пойду, блядь. Я все равно в кадре у вас не стою, блядь. Ну, чтобы хотя бы выглядеть красиво. Вот. А бороду-то нахуя, ля, блядь. Как Кратос. Смотри, что читаю, блядь. Вон, нахуй. Эти, блядь. Скандинавская мифология, блядь. Понимаешь? Окс дал. Почитать. Говорит. Читал прошлой весной. В Киеве, блядь. Сука. Чуть-чуть, видишь, потрепал, блядь, корешок, нахуй. Ну вот, когда настраивался, блядь. Так что такая хуйня, не, бриться в пизду мне нравится, борода. Пачука у вас не видно. Какой нахуй пачука, блядь. Кто это вообще, блядь, такой? Ой, блядь. Пьемка, ты где? Я же вижу, что ты в эфире, блядь. Чё ты не пишешь-то, нахуй? Письма, блядь. Безответные твои письма, безответные. Сделишь неплохо. Блядь, господи, чё я вспомнил вообще? Эту малышку, блядь. Тут я. А чего ты, блядь? Расскажи Яну, как ты все заспойлерил, блядь. Когда Версус, представляешь, блядь? Ты сейчас глянул, не ушел? Не ушел. Заспойлерил, блядь, встречу. У себя в этот день рождения у него был, эфир включил. Все по заветам, как бы, блядь. Просто тексты чат, сука. Такая. Блядь. Заспойлерил все, когда встреча, что там к чему, на Легуан заскочу к вам. Заскочишь посмотреть в очередной раз, кого вы проебали? Приходи, милости, прошу. Ну, кстати, блядь, ты должен знать был об этом заранее, потому что я у Сани ссылку просил на этого, на призрака. Приходи, конечно, рады будем видеть. Вот. У нас, а какого? А, блядь, первое. Так у нас еще четвертьфинал, можно на четвертьфинал прийти тоже, если хочешь. Легван, блядь, это пиздата. Это еще, кстати, блядь, у нас... Какие у нас пары на второй? У нас на второй встрече тоже, по-моему, пиздатые есть. Я не помню, блядь. Ну, по-моему, есть. Прям такие крутые. Вот. Владька, у тебя текст... А, блядь, кстати, какой у вас лимит-то? Я так и не понял. По минуте раунд, по 3 минуты раунд, блядь. Все время по-разному пишут, никуда въехать не могу. У вас есть лимиты там? Нет, давайте, инсайдерская инфа, нахуй. А то, блядь, пока там ваши видео с Епифанцевым выйдут, блядь, можно состариться, блядь. Хоть расскажи. Блядь, хочу посмотреть, кого выбрали из нас. Ой, блядь. Ты заскочи посмотреть, кого вы в сезон не взяли, блядь. Я думаю, услышишь много интересного, блядь. У нас лимит 1 000 000, вот и вертимся как можно. Ну, у вас, я понимаю все. Блядь, как быстро. Вот знаешь, я в этот момент понимаю, что не зря вас Окс голубями-то, блядь, назвал. Ну, как, вот, друзья, вы видите, что, блядь... Как корабль назовешь, блядь, так он и поплывет. Разве голубь может быть благородной птицей? Да нихуя, блядь, мерзкое животное, блядь. Фу, блядь, просто грязное существо, блядь. Ну чё, блядь, пьемка, я тебя поздравляю. Ян, ты можешь Влада, ну он когда, послезавтра утром приезжает, вписать есть куда, братишку, блядь? Я, видишь, я при всем при том, знаешь, я дружбой не разбрасываюсь, я ищу где тебе остаться, блядь. Несмотря на то, что ты, как говорил Гуф, странное словосочетание, бывший лучший друг, блядь. Посмотри, он, блядь, какие перебежчики, блядь. Ничего, я скажу тебе, Пиксенс, он найдет фотку твоего хуя, ты охуеешь, блядь. Ну, пизда, блядь.
Пиздец. Посмотрите, блядь, пацаны. Я жду подключения, блядь. Жду подключения какого-нибудь братишки. Где сектор? Разбудить у них в Екатеринбурге уже утро, блядь. Че он спит-то, блядь? Сейчас ворвется, братишка. Хочешь, скажу панч, который я придумал, когда... Да мне похуй, хочешь говорить. Ты у Яна спрашиваешь или у меня, блядь? Я не в курсе просто. Так, блядь. Так быстро, конечно, переобуться, блядь. Я даже не знаю, кто, блядь. Корифею понадобились годы, блядь. Тебе просто, нахуй, месяц, блядь. Да. Давай, говори, блядь. Ничего, блядь. Олежек, блядь. Олежек, блядь, узнает много нового. Да. Я наблюдаю за тобой. Где останешься-то? У электромыши можно. У него, он в Питере живет. Советую. Пробовал. Советую. Да, друзья, ну вот так вы видите, когда, вот знаете, в чем отличие Верса и РБЛ, чтобы вы понимали? На РБЛ дружба, как я, по крайней мере, думал с некоторыми людьми, она так и есть, с некоторыми уже в прошлом. Вот. А на Версусе начальство. Понимаете? Вот. И поэтому, ну, вот все вот эти вот клеймо, там, команды, флаг. Ну, у них фашизм там, самый настоящий фашизм. Понимаете? Поэтому, друзья, когда-то кто-то Кратос в игре кричит «Бой!» Где ты это вообще услышал, блядь, даже не помню, где он кричал там «Бой-то», блядь. Я причем прошел ее, блядь. А ты до конца прошел, Ян, или нет? Если нет, блядь, я же все время хочу поднасрать, ты же понимаешь. В конце сын это Локи. Сын Кратоса, это окажется, что это Локи. Надеюсь, ты не до конца прошел игру. Меня это хотя бы хоть как-то сейчас согреет мое сердце. Вот. Бля, посмотрите, у них даже лица нахуй на аватарках похожи, опухшие, блядь. Просто какой-то... Вот, пиши в личку, решим, где оста... Ой, блядь! Ой, блядь! Вы посмотрите на это! Сука! Господи, вы как это? Ой, блядь! Ой, блядь! Вот так начиналась история. До конца и потом тоже перетает. Просто посмотрите. Просто, блядь. Влад, мне, конечно, наплевать уже на тебя, но не могу не сказать, что такие старые чувства, они же играют во мне. Я тебе могу сказать, они так же Леху Медь приютили, а потом и резаться начал. Поэтому, блядь, надеюсь, с тобой такого не случится. Вот. Пошел отсюда нахуй. Христос, забанен. Сейчас, стойте, как его забанен. Вот, все, забанен. Чувак, ты о чем? Я не видел такого сообщения. Угу. Короче, блядь, пацаны. Все понятно. Ну, ничего, знаете, пока DeepXSense не отвязался от батареи, блядь, мне вообще ничего не страшно, блядь. Он может не нравиться вашему ментору, блядь, ничего, ничего. Я знаю, когда буддийский десантник, это пиздец. Чего ты там серьезно? А, это я на сообщение не увидел? Ну, что поделать, блядь. Напиши ему в личку. Ну, напиши. Поцелуй кольцо. Дружище. Ну, Ян, ты забыл, как я учил... блядь, чему я тогда пьяный-то учил? Блядь, то ли руку ломать, то ли нож выбивать, я уже не помню, блядь. Ты ж, блядь, меня доебешь. Ты ж знаешь, я могу подкрасть. Я, блядь, к вам на мероприятие с кинжалами ешь, блядь. Ну его нахуй, блядь. Серьезно, вот Дима Шум в курсе, блядь, уже. Да мне похуй на него, ебаный рот, забанил, не знаю, кто это. У нас тут вон, блядь. Ой, блядь, господи. Страшно жить, блядь. Янчик, а ты эфир это смотрел про ваш Дом 2, блядь? Смотрел, ну, стопудово ж смотрел, признайся. Честно скажи.
Я вот как бы как по мне, единственный адекватный человек там это Смоки Мо. Серьезно. Самый адекватный, блядь. Я просто смотрю на весь этот пиздец, и там реально, блядь, какой на. Через 25 секунд трансляция вырубится, пацаны. Короче, что я могу сказать? 20, 19, Влад, будь ты проклят. Ненавижу тебя. Можешь, блядь, не писать мне, не звонить, блядь, больше. 10 секунд осталось. Мы знали, что ты так с нами поступишь, но запомни, вас поимел РБЛ.